В зале собрались члены нового состава молодежной избирательной комиссии Ленинского района. Открыла заседание председатель территориальной избирательной комиссии муниципалитета Вера Маркина. У нас так вот сложилось, что часть членов нашей молодежной комиссии уже тем или иным образом были задействованы в избирательных кампаниях. Кто-то в настоящее время является членом участковой комиссии, кто-то у нас был членом участковой комиссии, территориальной комиссии. Я думаю, сейчас все это, каждый про себя что-то скажет. Молодые люди познакомились, вкратце рассказав о себе. Кто-то из них учится, кто-то работает, но всех объединяет интерес к избирательному процессу. Юноши и девушки считают выборы важнейшей государственной процедурой. Членам комиссии было необходимо выбрать председателя. Мое предложение как председателя – избрать председателем молодежной территориальной избирательной комиссии Коробкину Елизавету, потому что у нее на данный момент имеет самый большой опыт работы вот в избирательном процессе. Она и действующий член участковой комиссии, работала у нас в прежнем составе территориальной избирательной комиссии, очень хорошо себя зарекомендовала. За выдвинутую кандидатуру проголосовали единогласно. Также выбрали заместителя председателя и секретаря комиссии. Ими стали Андрей Степанов и Людмила Гурченко соответственно. На заседании присутствовала представитель молодежной избирательной комиссии Московской области Дарья Косова, которая выступила с напутственным словом и пообещала всячески содействовать по рабочим вопросам. Есть, к сожалению, печальная статистика. У нас явка молодежи на выборы разного уровня составляет порядка 10% по стране. Плюс-минус 2% в зависимости от региона. На самом деле грустная очень ситуация, и молодежные комиссии на самом деле это должны исправить. Повысить явку и популяризировать институт выборов – вот первоочередная задача, поставленная перед молодежной избирательной комиссией. По завершении заседания новому составу были вручены памятные сувениры, а избранный председатель поделилась мнением о ближайших перспективах. Мы должны собраться с комиссией, продумать план нашей работы, продумать, что мы будем делать к предстоящим выборам, которые будут совсем скоро у нас. Территориальная избирательная комиссия рассматривает молодежную как ближайший кадровый резерв и рассчитывает на тесное взаимодействие. В период избирательной кампании, конечно, нам молодежная комиссия будет являться очень большим подспорьем, в том числе и в части информирования граждан о том, что на территории будут проводиться выборы. Единый день голосования в 2019 году пройдет 8 сентября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.